Привет. История одного холда из уст одной госпожи Шабалини. Я не могу, я когда вот вижу подобное, мне кажется, неужели у людей вообще нету ума? Неужели люди себя настолько не любят, что готовы вот из раза в раз в это дерьмо возвращаться? Женщины, мужчины, которые прощают измены, у вас вообще чувства собственного достоинства нет? Хотя, знаете, в свое время также и я прощала, да, и всякое бывало. То есть, допустим, вот мой первый муж, да, он изменял, я прощала его, я бесконечно много раз его прощала. Поэтому сейчас, когда мне уже там седина вылазит, да, когда мне 30 лет стукнуло, я смело могу говорить, бросайте таких людей нафиг, просто уходите, понимая, что наконец-то вы увидели истинное лицо этого человека, и что жизнь, скорее всего, вам улыбнется, и у вас все будет хорошо, без вот таких вот людей, которые вас обманывают. Это касаемо и женщин, и мужчин.